Главное, с чем ассоциируется лето, это отпуск. Жаркие страны, приятный ветерок и теплая вода. Но в этом году с погодой нам не повезло. Один только холодный ветер может напрочь отбить желание искупаться. Тем не менее, в Рязани уже подготовлено несколько пляжей. С 1 июня на озере Ореховое, на реке Старица, в микрорайоне Солоча, в районе Лысой горы и санатория Старица, на Барковских карьерах номер 1, 2 и 3 официально открыты 6 муниципальных пляжей. Все объекты прошли предварительное техническое освидетельствование. Правда, есть одно важное напоминание. Купаться на любом пляже при температуре воды плюс 14 градусов и менее запрещено. Сейчас на улице плюс 18 градусов, а на Ореховом озере висит черный флаг. Это означает, что купание категорически запрещено. Правда, желающих это не останавливает. Трудновато. Холодно. Еще холодно. Тепло, хорошее. Только сегодня пришли с другом. Как тебе вода? Теплая достаточно, можно купаться. Не совсем, конечно, теплая, но нормально. Здесь постоянно нахожусь и купаюсь рано, и рано начинаю загорать. Так что я здесь постоянный посетитель этого учреждения. Вода супер просто. Все купаться, все купаться. Когда купаться на озере будет разрешено, то на флагштоке появится зеленый, белый или желтый флаг. Сейчас на пляже Орехового озера немноголюдно. Пока что это зона для прогулок, но почти все с большой тоской в глазах смотрят в сторону воды. И хоть синоптики обещают теплый июль, когда жители города уже начнут купаться, неизвестно. Июнь выдался на редкость противоречивым. Прекрасную солнечную погоду сменяют дожди, и вода не успевает прогреться. И хоть купальный сезон открыли уже давно, смельчаки, которые решили покорить эту воду, нашлись только сейчас. Правда, я пока к ним присоединиться не готов.